Эй, ты куда? Стой! В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также в целях повышения внимания взрослой категории участников дорожного движения к соблюдению основных правил дорог, на территории города Уфы в период с 22 декабря по 16 января 2015 года будет проводиться профилактическая операция «Внимание, дети». Будьте внимательны на дорогах. От вас зависит жизнь вашего пешехода. Соблюдайте правила дорожного движения! Необходимо быть максимально внимательным при проезде пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений. Ну и, конечно же, вообще не забывать, что на дорогах могут быть дети. Надо быть внимательным, конечно, быть водителем в первую очередь, потому что дети маленькие, как бы родители не всегда могут как бы встретить и проводить ребенка из школы до дома. Главным, я считаю, все-таки нужно проводить беседы родителей именно с детьми. Особое внимание к родителям. Уважаемые родители, позаботьтесь об организации досуга своих детей в период проведения зимних каникул. Сопровождайте своих детей при переходе опасных участков дорог, а также не забывайте об использовании специальных детских удерживающих устройств. Знаки не очень хорошо стоят, не всегда видно. И прям полицейских можно даже лежачих, чтобы притормаживали. Водители ездят по пешеходным переходам, не притормаживая. И когда встречное движение, детей не всегда заметно при свете фар. Поэтому нужно обязательно детишкам надевать светоотражающие костюмчики, полосочки. За 11 месяцев 2014 года на территории города Уфы произошло 208 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 217 детей получили травмы различной степени тяжести и 4 ребенка погибло. С участием детей-пешеходов произошло 114 дорожно-транспортных происшествий, 67 из которых произошли по вине взрослых. Дорогие водители, соблюдайте правила дорожного движения. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. Помните, что на дороге могут появиться дети.